Мама закрыла меня на балконе, не открывает. Короче, сегодня в 4 утра вылетаю в Москву. Там буду в 85 Домодедово. То есть завтра с утра. Надеюсь, меня... Я не знаю, как мне делать, чтобы меня таксисты не обманули. И Альфа-банк эту карту меня не подписали снова. Надо... Ну, там могут и другие способы обмана быть. Здесь меня ничего не ждет. Ничего. Никакие кружки, никакие мелки. Рисование мелками, как я мечтал, кружок регулярный. Здесь, кстати, дождь постоянно идет. Но это хорошо. Под дождем меньше работы, но... Реально здесь чувствую себя потерянным. Все, что мне остается здесь, это спиваться. Но я не пью. Решил бросить пить, вот. Да еще и Гриша разыскивает меня. Да и дети очень хаотичные. Они... Кто-то из них не хочет со мной общаться. Точнее, гулять. Кто-то там... Ну, один. Кто-то из родителей... Всем пофиг на меня, а кому-то кто-то запрещил им со мной гулять. Так что ничего не будет здесь никакого. Здесь ничего, здесь закапывается талант в землю мой. То, что ребятишки тянутся, и то, что рисовать я умею, преподавать. Здесь ничего нету для меня. Надо будет сразу, как приеду, начать работу искать. Просто там парень, вот, который погиб с очень высокого этажа, с 17-го или с какого, упал, то ли спрыгнул. Он как раз таки работал в Валберес или в Озоне и принимал антидепрессант, нейролептик, антидепрессант, чтобы уснуть, потому что там смены такие были. И вот я боюсь, как бы мне самому, а там еще работа с клиентами, как бы мне самому так не шлепнуться, если я начну работать в Валберес или в Озоне, там на ногах стоять по 12 и более часов в сутки. А спать без таблеток я не могу с 2018 года. А курьером мне посоветовал чел с Москвы один. Мама говорит, что нельзя устраивать с курьером, что могут что угодно подсунуть. Ну, короче, что могут подсунуть что-нибудь и посадить меня. Но он, который в Москве, он говорит, что нормально там все. Ну, он считает, что нормально курьером, я не знаю. Может, ему виднее. Я нервничаю, мне страшно. Меня мама еще закрыла на балконе. Здесь дождь-то идет, а вон идет немного. То сильнее, то медленнее идет. Мелкий дождь. Вон. В зонтах ходят люди. И в куртках. Здесь, короче, как холодно очень, все равно. Для лета здесь холодно. Нервничаю, волнуюсь. Что это такое красное? А, это от мелков. От мелков. Нервничаю, волнуюсь. Не знаю, вообще, стресс для меня это. Раньше, когда я был молодой, для меня не такой сильный стресс это был. Мама не хочет открывать.
Я еще не знаю, постричь волосы на лысо, тогда будет легче в жару, но лысый я выгляжу как-то стрёмно. Просто там же жарко, да даже у нас жарко, вот, когда дождя нет. А из-за того, что из-за пива и таблеток этих мертазопина, которые я год назад принимал, я потолстел. Мне в жару тяжелее переносить, чем когда я был весил 65 килограмм. Сейчас у меня вес максимум 80 килограмм, мне кажется. Надо сейчас взвеситься, кстати. Скорее всего, 80 будет, не больше. Может, даже 77. Ну, от пива, короче, живот становится как пивной такой, некрасивый. Хорошо, что я решил бросить пить. Это правильно. Не нужно мне пить вообще. Я реально под алкоголем там такое вытворяю, какую-то дичь вообще. Последнюю сигарету выкурил. Надо попросить у мамы денег на сигареты, но она не даст. Она даже из-за балкона меня не выпускает. Волнуюсь вообще сильно. Да, закрыла.